лишних движений не совершать, просто снять на камеру. Вот эта камера будет снимать в 60 кадров в секунду. Вот это вот. Спокойненько взял, здесь не трешься, Катюхе не мешаешь. Где-нибудь можно со стороны вот здесь и со стороны столба. Да? А потом... Ну, где захочешь, да. На, держи. На кнопочку. Нажал, съемка пошла. Давай. Ты готова? Потом мамка 60 кадров в секунду, мы все посмотрим. А, все, все. Все, да, уже врубается, да. Ты куда? Выход в ласточку просто. Мы когда
начинаем действовать, я ее притираю. Я, получается, отпихиваю, что мне не нравится. Сам, притираю, сам за себя. Главное, чтобы она держалась двумя руками в этот момент. Может, ей перьями перехватываться тогда? Чтобы лов... Потому что я думаю, сейчас, не дай бог, толкнуть. Одновременно. Ну ладно, хорошо. Дай пробовать. Поехали. С выхода? Let's go! Сделай вопреки, сделай вопреки. Брат, работай с тобой. А, это я. Учитель продолжает в своем ученике. Вот сейчас типа того, да. Молодец, Владян. То есть она должна понять, что и время должно пройти.
Сейчас твой выход, да? Тебе ж куртку пиздаю, поставить. Челноки же ездили в 90-х она годах. Она может сама в ней ходить. То есть так, такие бах! Ну да. Матушка! Я переезжаю. Че, Владик, на мотоцикл умеешь водить? Ну, нет. С передачами я ни разу не имел дела на мотоцикле. На машине-то я умею ездить, меня дед научил. А на велосипеде катаешься? Конечно. Молодец. И без рук, и с одной рукой, и на заднем колесе. Мотоцикл детям не игрушка.